Трещина! 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 Всем привет! Недавно обратил внимание, что появилась такая неприятность, как трещины. Трещины появились на перегородках, которые я докладывал из сотового газа в блока. Трещина у нас появилась здесь. Здесь вот она идет. И третья трещина здесь. Причина появления трещины, это уже понятно. У нас просел немножко дополнительный фундамент, который я доливал именно под эти стены. Так как у нас трещина появилась здесь сверху, она пошла вниз, а здесь снизу пошла она снизу вверх, то получается, что вот эта вот часть немножко так прокрутилась. У нас эта стена осела, а эта стена стоит. Стоит она из-за того, что здесь верхняя часть ее прижала к этой стене, а нижняя часть у нас стоит на краешке основного фундамента. Здесь, напомню, у меня 10 сантиметров основного фундамента с этой стороны. Ну и с той стороны также 10 сантиметров основного фундамента. Получается, та стена тоже стоит на том фундаменте и прижимает эту стену сюда. Так как она немножко опустилась, то появилась трещина. И здесь эта стена, вот этот угол, он никуда не опирается, поэтому он полностью осел на этот фундамент. И появилась трещина здесь, так как это тоже вот таким образом. Из-за этого в этом углу у нас появилась тоже щель. Немножко отошла перегородка от стены. С этой же стороны, где у нас стенка опирается на эту стену, здесь у нас щели не появилось. Но, скорее всего, в ближайшее время тоже она появится. И опять же, так же, как эта стена опирается на эту стену, она полностью не осела. И если здесь попробовать пошевелить, то относительно вот кладочного раствора стена начинает немножко шататься. И здесь видно, появилась щель. Щель небольшая, конечно, там меньше миллиметра, но все равно щель есть, и стена на фундаменте не стоит. Но больше прикола у нас получился здесь, с этой стеной. Она у нас цельная, и получается, она стоит там на фундаменте на основном, и здесь на основном фундаменте. Видно, сам раствор треснул здесь, недалеко от стены. И с этой стороны где-то тоже я видел трещину. Ну, скорее всего, вот он треснул. И получается, у нас стена держится на этом пятачке и на этом пятачке. А вся остальная часть, центральная часть, она, получается, висит в воздухе. Сейчас это продемонстрируем. Я не знаю, будет на камеру видно или нет, как ведет себя стена. Но вот толщина вот еле-еле залазит лезвие от ножа в эту щель. Ну и короче, ходит ходуном снизу. Как решать эту проблему, я пока не знаю. Но, в общем, такая ситуация. Фундамент, который я делал дополнительный, дал небольшую усадку. Из-за чего это произошло, точно сказать не могу. Ну, а на этом у меня пока все. Всем пока.